Пожалуйста, оценки за технику. 10, 10, 10, 10. И оценки за выразительность. 10, 10, 10, 10. Прошу вас, кто из жюри хотел бы первым взять слово? Сегодня ты понимала, что танцуешь последний раз с Повелосом. И так это было видно. И у тебя такой замечательный партнер. С ним каждая девочка на льду тоже мечтает кататься. И я тебе желаю, чтобы ты с другими партнерами еще долго-долго танцевала и радовала нас, зрителей и твоих вот поклонников, кто сегодня здесь. Спасибо, что открыли нам такую замечательную балерину. Во всяком случае, мне.